создает эти красоту, которая стала на все 100%. Ведь половина зала сейчас встала и поднялась на сцену. Поэтому на вас очень большая ответственная миссия. Создавать видимость заполненного зала на 1000 человек. Давайте попробуем, как у нас 1000 человек аплодируют? Как аплодировать 800, а как 1000 человек аплодируют? Вот так уже лучше, молодцы. Те, кто помладше, занимает первые ряды. Те, кто постарше, встают в позы, пожалуйста. Осталось еще совсем немножечко, и вы все будете награждены, наконец-то, своими дипломами. Вы посмотрите, друзья, на эту стопку дипломов. Это все ваши дети, ваши талантливые дети, которые выступали все 4 дня. Все 4 дня фестиваля. Это очень редко бывает на конкурсах. Поэтому давайте еще раз их поддержим. Наконец-то они сейчас получат диплом, и они волнуются. А мы тем временем начинаем нашу церемонию награждения, номинация «Инструментальный жанр». Дипломант 3-й степени, трио Федоров Егор, Лебедев Михаил, Филоненко Дмитрий, Добра гитара. Дипломант 3-й степени, Харченко Евгения, Добра. Дипломант 3-й степени, трио Ань, Ольга, Бушуев, Слава, Куликова, Даша, Добра гитара. Дипломант 3-й степени, Глинских, Захар, Блок, флейта. Дипломант 3-й степени, Леванина Полина, флейта. Дипломант 3-й степени, дуэт Зернова, Ольга, Щукина, Елизавета, флейта, гобой. Дипломант 3-й степени, Щукина, Елизавета, гобой. Дипломант 3-й степени, Саламатов, Данил, аккордеон. Дипломант 3-й степени, Леник, Вероника, аккордеон. Дипломант 3-й степени, Соловьев, Максим. Дипломант 3-й степени, Бахметьев, Алексей. Дипломант 3-й степени, Козяева, Екатерина. Дипломант 3-й степени, Ежборовский, Кирилл. Дипломант 3-й степени, Курчатова, Вера. Дипломант 2-й степени, оркестр. Номинация «Инструментальный жанр», оркестр 13-15 лет. Детская школа искусств номер 13. Дипломант 2-й степени, ансамбль «Гармония», Крикунова Виктория, Еремина Юлия, Кособука Андрей, Баян. Дипломант 2-й степени, Баженова Ольга, флейта. Дипломант 2-й степени, Рыбников Никита, саксофон. Дипломант 2-й степени, Пожуев Александр, саксофон. Дипломант 2-й степени, Зинькова Марина, домра. Дипломант 2-й степени, Солнышкина Полина, домра. Дипломант 2-й степени, Хайрулина Лилия. Дипломант 2-й степени, Осколкова Полина. Дипломант 2-й степени, Новодворская Кира. Дипломантом 2-й степени становится Шнитова Ангелина. Дипломант 2-й степени, Краденова Даша, домра. Дипломант 2-й степени, Коняхина Юлия. Дипломант 2-й степени, Рахматуллин Руслан, балалайка. Дипломант 2-й степени, Баль Дарья, балалайка. Дипломант 2-й степени, Ефимов Алексей. Дипломантом 2-й степени становится Федоров Егор, домра. Дипломант 2-й степени, Лебедев Михаил, также домра. Дипломант 1-й степени, квартет саксофонистов. ДМШ номер 2, город Красноярск, саксофон. Дипломант 2-й степени, дуэт Давыденко Кристина, Кузов Иван, флейта фортепиано. Дипломант 2-й степени, дуэт Самадей Ивана, Павлова Анастасия, фортепиано домра. Дипломант 2-й степени, Бобин Александр, аккордеон. Дипломант 2-й степени, Силантьева Анастасия, аккордеон. Дипломант 2-й степени, Учаева Алиса, аккордеон. Дипломантом 2-й степени становится Литки Юлия, баян. Давайте поаплодируем нашим участникам. Дипломантом 2-й степени становится дуэт Зиминов Алексей, Петерцева Полина, баян, аккордеон. Дипломант 2-й степени, Кузьменко Павел, баян. Дипломант 2-й степени, Шеремета Роман, баян. Дипломант 2-й степени, трио Якушев Никита, Ковалев Александр, Ковалев Кирилл, аккордеон. Дипломант 2-й степени, Якушев Никита. Дипломант 2-й степени, Артышев Александр. Дипломант 1-й степени, Балабанов Леонид, балалайка. Дипломант 1-й степени, Дегилевич Данил, балалайка. Дипломант 1-й степени, Киселева Мария, добра. Дипломант 1-й степени, Шамов Николай, балалайка. Дипломант 1-й степени, Казаков Юрий, балалайка. Дипломант 1-й степени, Полянских Алена, добра. Дипломант 1-й степени, Тайгишкин Алексей, домра. Дипломант 1-й степени, Крикнин Алексей, домра. Дипломант 1-й степени, Енисей Дуэт, Долматов Александр, Гельмантинов Данила, домра. Дипломант 1-й степени, Енисей Квинтет, домра Малая, домра Альфа, лалайка Бас, ансамбля Малый Фото, 13
15 лет. Дипломант первой степени Макаренко Оксана Добра. Дипломант первой степени Афанасий Фартон Балалайка. Дипломант первой степени Павлова Анастасия Добра. Дипломант первой степени Зевакина Алена Добра. Дипломантом первой степени становится Верхотурова Алина Балалайка. Дипломант первой степени Шлегель Антон Балалайка. Дипломант первой степени Шинчалай Межит Торжу Чанза. Дипломант первой степени Гельмандинов Данила Добра. Дипломант первой степени Алексеева Екатерина Чанза. Дипломант первой степени Ашихмина Екатерина Добра. Дипломант первой степени Смыкалова Татьяна Добра. Дипломант первой степени Шумайлова Мария Добра. Дипломантом первой степени становится трио Муровцева Анна Васютина Илья Загитов Родион Добра Балалайка Альт. Дипломант первой степени дуэт Ковалева Татьяна Слободян Виктория. Дипломант первой степени Минганова Алена Чанза. Дипломант первой степени Кириллов Егор Балалайка. Дипломант первой степени Щетинин Семен Ксилофон. Дипломант первой степени Брас-квинтет Квинто Брас. Инструментальный жанр ансамбля малой формы. Дипломант первой степени образцовый художественный коллектив Оркестра русских народных инструментов город Минусинск. Дипломант первой степени Оркестра русских народных инструментов «Карусель» город Красноярск. Номинация инструментальный жанр оркестр 13-15 лет. Дипломант первой степени дуэт клавишных синтезаторов Красниченко Светлана Смирнов Евгений синтезатор. Дипломант первой степени Демченко Евгений Маринко вибрафон. Дипломант первой степени Асанова Марина синтезатор. Дипломант первой степени Яковлев Иван блокфлейта. Дипломант первой степени фольклорный инструментальный ансамбль «Тудари». Духовые инструменты 9-12 лет. Дипломант первой степени Байрамова Эльмира флейта. Дипломант первой степени Плавский Павел труба. Дипломант первой степени трио Бажуев Александр, Рыбников Никита, Водолагин Виктор саксофон. Дипломант первой степени Голов Мария флейта. Дипломант первой степени дуэт Савченко Наталья Евгеньевна Огнев Семен флейта. Дипломант первой степени квартет Селиванова Эвелина, Селиванов Виктор, Клименков Максим, Левагин Женя, флейта и гитара. Дипломант первой степени дуэт Филиппова Радмила, Убиетов Александра, флейта и гитара. Дипломант первой степени дуэт Громова Валерия, Берникович Ксения, флейта фортепиано. Дипломант первой степени дуэт Козлова Алина, Даряла Андрей, фортепиано Домра. Дипломант первой степени ансамбля русских народных инструментов вдохновения Добра Малая, Добра Альт, Балалайка Бас, Баян, Балалайка Прима. Дипломант первой степени Усков Иван. Номинация инструментальный жанр флейта. Дипломант первой степени Лаптюшина Анастасия, флейта. Дипломант первой степени дуэт Романов Константин, Усков Иван, флейта. Дипломант первой степени Овчинников Владислав, аккордеон. Дипломант первой степени Еремина Юлия, баян. Дипломант первой степени Акманаева Олеся, аккордеон. Дипломант первой степени Семенченко Анна, аккордеон. Дипломант первой степени Таргашин Никита, аккордеон. Давайте поддержим наших участников. Сейчас было не как даже 800 человек, а как 150 человек в зале. Давайте попробуем получше. Вот это уже хорошо, спасибо. Дипломного лауреата третьей степени награждается Рыбакова Анастасия Домра. Лауреаты, не забывайте получать памятные медали от фонда «Планета талантов». Лауреат третьей степени Катрюк Анна Домра. Лауреат третьей степени Кундену Ол Марина Домра. Лауреат третьей степени ансамбль балалайшников «Теремок». Лауреат третьей степени Долматов Александр Домра. Лауреатом третьей степени оркестр русских народных инструментов. Номинация «Оркестр». Лауреат третьей степени народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Лель». Ансамбль народных инструментов. Лауреат третьей степени народный духовой оркестр. Номинация «Оркестры». Лауреат третьей степени образцовый оркестр русских народных инструментов «Енисеюшка». Номинация «Оркестр». Лауреат третьей степени ансамбль русских народных инструментов «Метелица». Лауреат третьей степени педагогический ансамбль «Вдохновение» в номинации «Инструментальный жанр ансамбли». Лауреат третьей степени Костенко Виктория «Виолончель». Лауреат третьей степени инструментальный ансамбль детской музыкальной школы номер 8 «Ударная установка, электрогитара, бас-гитара и флейта». Лауреат третьей степени вокальный инструментальный ансамбль детской музыкальной школы номер 8. Лауреат третьей степени дуэт «Лель» Орлет Некова, Елена Игоревна, Марков Александр Сергеевич, Баян Домра. Лауреат третьей степени фольклорный инструментальный ансамбль «Овсень», народные инструменты. Лауреат третьей степени дуэт Воронцова Елизавета, Марин Никита, синтезатор.
Лауреат третьей степени «Барабанная линия. Студия. Живой звук» в номинации «Барабаны». Лауреат третьей степени Панюкова Ксения в номинации «Флейта». Лауреат третьей степени Игнатьева Юстина «Флейта». Лауреат третьей степени дуэт Пожуев Александр Богданов Андрей «Саксофон». Лауреат третьей степени Мулява Юлия «Кларнет». Лауреат третьей степени Водолагин Виктор «Саксофон». Лауреат третьей степени дуэт Кайсина Дарья Медичкова Мария «Флейта фортепиано». Лауреат третьей степени квинтет Левагина Полина, Гришко Владимир, Гришко Екатерина, Маликова Елизавета, Левагин Женя, флейта, гитары, ударные инструменты. Лауреат третьей степени дуэт Водолагин Виктор Григорян Михаил, фортепиано, саксофон. Лауреат третьей степени Романов Константин, флейта. Лауреат третьей степени Сафронов Михаил, аккордеон. Лауреат третьей степени Левагин Евгений, аккордеон. Дипломом лауреата третьей степени награждается Бобин Роман, аккордеон. Лауреат третьей степени Дубинин Данил. Лауреат третьей степени Дорошкевич Никита, гармонь. Лауреатом третьей степени становится Прохоренко Данила в номинации «Баян». Лауреат третьей степени Лобанов Андрей, также в номинации «Баян». Дипломом лауреата третьей степени награждается Корнилаев Виктор, номинация «Инструментальный жанр аккордеон». Лауреат третьей степени дуэт Таргашин Никита, Камалдинов Константин, номинация «Аккордеон». Дорогие друзья, обратите ваше внимание, что очень много представителей мужского пола в номинации «Инструментальный жанр». Такое бывает очень редко где. Давайте поаплодируем вашей сильной половине Сибири. Лауреат третьей степени Камалдинов Константин, аккордеон. Лауреат третьей степени Мещеряков Алексей, аккордеон. Дипломом лауреата второй степени награждается Оркестр народных инструментов Детской школы искусств номер 6. Лауреат второй степени Ансамбль русских народных инструментов Smilus Group, Ансамбль народных инструментов. Лауреат второй степени Ларченко Виктор, электрогитара. Лауреат второй степени Ансамбль русских народных инструментов Бряц Бэнд, номинация «Инструментальный жанр ансамбли». Лауреат второй степени Селиванова Эвелина, флейта. Лауреат второй степени Максимов Артем, блок флейта. Лауреат второй степени Мордвинова Екатерина, блок флейта. Лауреат второй степени Шпилев Михаил, флейта. Лауреат второй степени Токмакова Софья, флейта. Лауреат второй степени Черепанов Владимир, флейта. Дипломом лауреата второй степени награждается Цуханова Ульяна, также номинация «Флейта». Лауреат второй степени дуэт Барахоева Жанна, Зорина Камила, флейта фортепиано. Лауреатом второй степени становится трио Голубь Олеся, Шпилев Михаил, Романюта Елизавета, флейта фортепиано. Лауреат второй степени Ковалева Юлия, балалайка. Лауреат второй степени Ковалева Татьяна, добра. Лауреатом второй степени становится Сильченко Мария, домра. Лауреат второй степени Жукова Елена, также номинация домра. Лауреат второй степени Мишит Туржу Шинжалай, домра. Лауреат второй степени Ансамбль народных инструментов преподавателей Детской школы искусств номер 1. Лауреат второй степени дуэт Филиппова Радмила, Воронцова Елизавета. Лауреатом второй степени становится дуэт Савченко Леонид, Агеева Камила, флейта фортепиано. Лауреат второй степени дуэт Питальская Анна Федоров Федор, фортепиано балалайка. Дипломом лауреата второй степени награждается дуэт Романов Константин, Золотарев Клементий, флейта. Лауреат второй степени Алуп Ян, аккордеон. Лауреат второй степени Ильичев Макар, также номинация «Инструментальный жанр аккордеон». Дипломом лауреата второй степени награждается дуэт Бурханов Павел, Савка Андрей, номинация «Баян». Лауреат второй степени Краснопеев Артем, номинация «Инструментальный жанр баян». Дипломом лауреата второй степени награждается Красовский Павел, номинация «Баян». Лауреатом второй степени становится Савка Андрей, номинация «Баян». Лауреат второй степени Полетаева Мария, аккордеон. Ваши аплодисменты нашим талантливым участникам. Еще не все. Дипломом лауреата первой степени награждается Панюков Илья, электрогитара, который получает специальное приглашение на участие в финале в Новосибирске с 9 по 12 мая, как и все лауреаты первой степени. Лауреат первой степени Голубь Олеся, флейта. Лауреат первой степени Филиппова Радмила, флейта. Лауреатом первой степени становится Худоногов Петр, также номинация флейта. Лауреат первой степени дуэт Лысенко Анна, Антипов Виктор, флейта фортепиано. Лауреат первой степени дуэт Безруких Валерия, Гребенюк Святослав, фортепиано домра. Лауреат первой степени Бурханов Павел, аккордеон. Лауреат первой степени Скалозубова София, домра.
Лауреат первой степени Логинова Екатерина, Домра. Лауреат первой степени Черкова Алена, номинация «Инструментальный жанр» Домра. Лауреат первой степени дуэт Катрюк Анна, Жукова Елена, номинация «Домра». Лауреат первой степени Виссарионов Данил, номинация «Инструментальный жанр» Домра. Лауреат первой степени Кузнецова Светлана Юрьевна, аккордеон. Поаплодируем нашим лауреатам, нашим дипломантам. Ну и это еще не конец. Гран-при конкурса фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в номинации «Инструментальный жанр» «Балалайка», «Соло», «Профессионалы». Получает Алашкин Дмитрий Геннадьевич, город Абакан, который, конечно же, получает специальное приглашение на участие в финале в Новосибирске. Гран-при конкурса фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в номинации «Инструментальный жанр» «Чан за соло 9-12 лет» получает Харинаев Дмитрий, поселок Усть-Актынский. Пожалуйста, получайте вашу награду и не уходите. Вставайте в центр этой сцены, чтобы все вас видели, чтобы вы насладились своими лучами славы. Гран-при конкурса фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в номинации «Баян» ансамбле «Малые формы 13-15 лет». Получает дуэт баянистов «Артстеп» Степанов Владислав, Степанов Алексей, город Красноярск. Гран-при конкурса фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в номинации «Баян соло 9-12 лет» получает Ветровский Юрий. Смотрите, одни мужчины стоят, просто в середине сцены стоят одни мужчины. Поверьте мне, такого не было ни в одном городе, кроме как в Красноярске. Аплодисменты нашим участникам. Вы все большие молодцы. Но согласитесь, что вы бы не стояли на этой сцене, если бы не, конечно, ваш природный талант, но и не ежедневный труд наших педагогов. Дипломом «Лучший преподаватель» награждается Дворянцева Людмила Васильевна, лучший концертмейстер Харинаева Ирина Геннадьевна, лучший концертмейстер Штерцер Оксана Викторовна, лучший концертмейстер Визанко Марина Александровна, лучший концертмейстер Рябова Ольга Александровна, Черноярова Ольга Васильевна, лучший концертмейстер Макарова Ольга Алексеевна, лучший преподаватель Терновская Людмила Александровна, лучший концертмейстер Андреева Оксана Александровна, лучший концертмейстер Мотовилова Ирина Борисовна, лучший преподаватель Лыткина Татьяна Анатольевна, лучший концертмейстер Михеева Елена Викторовна, лучший преподаватель Стрельченко Оксана Игоревна, лучший преподаватель Цветкова Лилия Владимировна, Миль Вячеслав Владимирович, лучший преподаватель Хомутова Галина Николаевна. Также лучший преподаватель Кожевникова Аграфена Семеновна. Лучший преподаватель Балтыхинова Зоя Федоровна. Лучший преподаватель Жатиева Лилия Григорьевна. Лучший преподаватель Савка Людмила Николаевна. Власов Геннадий Петрович. Лучший преподаватель Степанов Евгений Анатольевич. Лучший преподаватель Васюков Виктор Николаевич. Лучший преподаватель Ляликова Мария Владимировна. Лучший преподаватель Худоногов Сергей Николаевич. Лучший концертмейстер Винокуров Сергей Сергеевич. Лучший преподаватель Визанко Марина Александровна. Аплодисменты, друзья. Все представители, все конкурсанты номинации «Инструментальный жанр» по всем инструментам получили свои заслуженные награды. Напомним вам о том, что по окончании гала-концерта вы сможете получить сертификаты на скидку на участие в следующих конкурсах, предъявив в фойе первого этажа дипломы. Ну а мы еще раз вас благодарим. Большое вам спасибо, Красноярск, за ваше гостеприимство и за тот талант, который вы продемонстрировали. Мы не прощаемся и увидимся с вами в следующем году. Мы вас любим. Спасибо вам большое.